рыбу. Это вся рыба. А вы что, имеете право на яме стоять? Ну это не яма, ямка, понимаешь? Что значит ямка? Нифига себе! Нифига себе! Капец. Смотрите, как он у него гнется. Удилище, ёшкин кот, да? Давай. Обалдеть. Офигеть, а? Нестор, я тебя люблю. Можем. О, ребят, это красиво. Вы поняли, да? Смотри, какого красавца. Он выпускает, правда? Да. Что вы снимаете? Да, мы знаем, что мы патруль. Привет, Сергей Михайлович. Хотели посмотреть вашу лодку? Красивая, нравится? Да, поэтому я хотел посмотреть. Только не снимай. Почему? Не снимай. Не, я не у вас дома, извините, я имею право снимать. Что-что? Вижу, у вас удочки. Да. Вы шли с рыбалки. Мельниченко, знаете, конечно? Еще раз. Мельниченко, знаете, конечно? Мельниченко? Да. Знаем, да, и что? Ну, спасибо. Да, знаем. Да, мы от него слышим. Ничего страшного. Я очень хорошо знаю Мельниченко. Да. От него, не от него, какая разница? Я вижу, у вас удочки, рыба у вас есть? Нет. Вы только выезжаете? Мы только выезжаем. Вы же видите, что это спортивная лодка, в эту лодку рыба не берется. Я вижу, у нас в одном аэраторе приманки и в другом аэраторе приманки. Рыбоохранный патруль. Да. Наконец, Лев Михайлович. На что ловите, покажите, пожалуйста. Понял. Что поймали? Вообще ничего. Вообще ничего? Понял. Хорошо. Удачи вам. Ну, спасибо. Да. Всего да, хорошего. Здравствуйте. Рыбоохранный патруль. Да. Как рыбалка? Никак. Никак? Это так, от жены на свежий воздух. Я ОД. 0277. Мы сейчас к ним не можем подходить, пока они не закончат промысел. А как только закончат? Промысел закончат, да, мы можем к ним подходить. Все. Проверим документы и журнал. Все. Я вас понял. Все хорошо. Получится. Доброго дня. Здрасте. Что, остальные сетки что? Есть, что оставим, стоят на промысел. Порва, да? 27.12, 8.00. Угу. Вот этого рыбака я знаю, такие были рыбаки все, как он, то на воде был бы порядок. Все правильно? Угу. Маломеров тут нет. О, это вся рыба. Ух, судак, нифига себе. Красавчик какой. Я вижу, у вас там постановка была сегодня, да? Да, да. Так, ну вот какая-то красная бутылочка, друзья. То сигареты. А, то пачки из-под сигарет. Мы с вами в очередной раз на рейде. Ищем сети. В этот раз опять поднялись немножко выше по течению. Доброго дня. Рыбоохранный патруль. Страшно. Нет, у нас рыбак остался. Вы рыбаки? Да. Не, мужчина, мы сегодня недозрачные, муху не ловили, сразу скажу. У нас один судак, можете обыскать всю лодку, рыбу не найдете. В кустах мы ее не прячем ни там, ни здесь. Стоят там еще лодка белая. Я вам объясняю, чтобы мы с вами где-то встречались. Хороший, хороший запах. Ну, какие? Покажите, пожалуйста, что поймали. Закрытие сезона. Покажи судака своего, вот. Единственное, нет, подождите, поймал. Нет, они заберут, ну их нахрен. Давайте... Не-не-не, мужчина, один судак, реально. Так сейчас вроде как навигация закрыта. Это мы уже знаем, мы слышали. И что? Ничего так. Ничего? Она же закрыта для всех, правильно? Не, ну вы говорите про навигацию, вы кто такой? Мы рыбоохранный патруль. А? Рыбоохранный патруль. Ребят, это... Человек просто выехал. Вы не обращайте внимания. Нашел ловим. Джик, покажете? А что, оборвано? Я хотел перевязать полегче. А я поставил дробь, чтобы вот уже.
Что-то все обрезанные снасти, что-то как-то оно... Ребят, вот телефон, что вы там? Что вы тут? Мы ведь один обрыв одного, ну сразу троих обрывать. Да мы сидели вообще переходили. Сидели. Здесь покажите, у меня снасть тяжелая, я хотел отмотать. Мы ловили там, ловили на легкие. Здесь стали глубина, оно, блин, что у вас, покажите, мужчина. Да у меня ничего тоже, вот у меня нитка. Вы только вот встали, вот смотри. Что думаешь, что я на драч ловлю? Вот посмотри мои снасти. У всех, у троих, все опалены снасти. Ни у кого нет ни силикона, ничего нет. Сейчас мы идем, там здесь яма, тут тяжелые мы джиги ловили. Там мы там мелко, вот сейчас ставим легкие. Какие, рыба, блин, есть? Вообще в этом нет проблемы. Откройте, пожалуйста, лючок. Понятно. Самому надо, да? Сняйте. Ох, ебать! А ну. Ну так что, так это не на драчи же, ребят? Это сейчас посмотрим. Ну, посмотри. Нифига себе! Смотри. Нифига себе! И это что вы? На джиге, ребята, на горчах. Вот а ну, открой, открой, открой. Открой, пожалуйста. Кого? Лючок. Мои электро... А вы что, не берёте? Мы, ну, это самое, ты что думаешь, что мы? Можно все, давайте пока встанем. Ну, давай, бережку. Давайте, к бережку, да. Ну, все, как можно такую рыбу, там... как можно такую рыбу вытащить, объясните можно мне. Можно. Да вот. А ну, покажи, было минут 30, блядь, правда. Давайте носом туда. Вот, вот на этот тяжелый джик, на отстук с силиконом, вот, вот придется раздеваться. Чтобы посмотреть, порван или нет, да? Я правильно понимаю? Конечно. Да, да. Если рыба порвана, значит это что? Если ребята, ты ее джигом засудишь. Пока... Да. Нет, если она в бок порвана. Ну, если она ударила, что там? А вот эта сетка не ваша, ребят? Вон она лежит. Не дай бог. Не дай бог. А? Не наша. Мы вообще сети, это не наши. Как если бы... сети, если сети, вот смотрите, в лодке что бы было у вас, если бы у вас сеть? У вас было бы в лодке грязь. Если бы ловили на драч рыбу, у вас было бы в лодке. А можете смотреть, ребята, прошу. Понимаете, есть. Не, рыбу надо посмотреть. Ну, действительно, ну, она порезана или нет. Ну, блин, Самяра, ёпарный театр. Он первый тут... раз в жизни такой. У меня ж руки дрожат до сих пор, блин. Ребята, слышите? Да я же вижу кровь. Так, документы давайте. На кого будем оформлять этот протокол? А? Давайте посмотрим того. На кого оформлять будем протокол? А за что протокол? Как за что? За перелов. Ну, блин, у нас по рыбине у каждого. Ну что? А? Ну смотри, по рыбе у каждого. Ну как, что? Ну не по рыбе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь штук уже минимум, мужики. Давайте посмотрим, может все-таки там есть рваная. Есть, конечно, но надо больше. Папандосы у вас тут есть. По перелову? Как-то не надо переваживать. Просто ставим, да пойдем, ставим, узнайте рядом с вами. Сами смотрите, постоим вот, полчаса вместе. Я рыбу сделайте к Новому году. Мы станем, просто увидите, что это... Вот, а ну посмотри тут, что оно, нерваное? Рот рваный. Нет, это вентиль. Вентиль скорее. Да ну, не может быть. 90% под... Вентиль, да? Один бывает боком ударил там. А так в основном под рот. Под чудик. Смотрите, смотрите. По-любому. Конечно, по-любому вентиль. Да какой вентиль, мы отвечаем, ребят, что никакого вентиля. Вы что? Вентиль, ну, вентиль, вот вам профессионал. Мужики! Если, джига! Не, стоп. Толстолоба, вот, как вы ловили вот толстолоба? Профессионал. Я, вот профессионал. Как вы толстолоба ловили? Встань с нами, посмотри. Вот встань, постой, встань, сейчас с нами, встань. Мы ловили по пару раз на рыбалку, посмотрим. Становитесь. Красавец, это капец. Да, руки держат, блядь. Я уже поэтому и не ловил, блядь. Дай разобьюсь ему для себя. Ну вот с якоря сорвал, понял? Мы стояли на якоре, он взял его и сразу с якоря потянул. Ну если взяли, попалась рыба такая, ну что с ней сделать? Мы же не взяли ее, не... это взято на джиг, я тебе серьезно говорю. А? Ладно, сома, ладно. А толстолоба как? Толстолоба везде, мы с утра встали,
толстолоб с утра стоит на дне, на корчах, понимаешь? Мы на корчах ловим только. Мы еще вот здесь стоит яма. Подняли. Вот мы сейчас стояли на яме, вы нас... А вы что, имеете право на яме стоять? Ну это не яма, ямка, понимаешь? Что значит ямка? Посмотри, идет дно, да? Вы не имеете права стоять на зимовальных ямах. А какая? 5 и спуск идет на 6-7. А зимовальная яма вон 10-12 метров. Мы до нее не дошли даже. Зимовальная яма внизу, по-моему. Давайте посмотрим на вот этого. Ну надо доставать, блин. Мужики, достаньте его. Я с ним боролся, я не хочу его даже трогать. О, смотрите, да хвост. Вижу. Это у него там забито, блин, второе дно, блин. Давай вытаскивай. Тут нету второго дна, тут есть только одно отделение, блин. Ага. Вот он. Вот. О, смотри. Ебать, там еще. Что нету? Один толстолоб там лежит и сомик маленький. Все. Так а доставай. Вон еще один сомик лежит, блин. Давай. Вон еще один сомик лежит. Вот. Порезано, да? Ну а что ж, блин. Так он уже в лодке порезался. Да. На джигу где-то 30 килограмм, 35 сома взял. Плюс-минус здесь. Ну, подъехали здесь. Наши друзья. Карась на что ловили, мужики? Карася мы сказали, что вот случайно зацепились за сеть и взяли карася, там два толстолоба так и осталось там. За сети? Да. Сетки трубку не давать, ничего не трогать. Открой рот. Вот этот брали за это самое. За рот. Даванул. Ну за рот, ну что мы? Алло. Ну что тут он грязный весь, черный, бля. Болотина. Ну вот, смотрите, мужики. Ну вот, вот этот джиг, что смотри, ну ты показываешь мне. Что, да, что вы показываете нашу рыбу? Мы ее видели уже, ребята. Доставайте еще. Доставайте эту рыбу. Оп. И вот еще один. Так, вот еще. Скотина. Ага, через этот. Да, он застрял, там ладно, открывай. Вот он. О, застрял, блядь. А там? Вот там. А, вы же уже смотрели там. Так. Подобное, да? Назад теперь сложи. Да понятно, что его... Брали на джигу. Какая там джига? Джига. Вот, смотрите, какая джига. Ай-яй-яй-яй-яй. Бляха-муха. Смотрите. Смотри. Вот джига. Вот она. Что это на джиг? Рваная рыба. Да джига за рот вон взята, тоже там порвана. Он сейчас везде порву побит. Да, перестаньте. Ага. Перестаньте. И втроем сидят, и у всех опаленные снасти. Ни у одного не было, ни одного. У меня он висит от одной. Джиголовки ни одной. Как это? Меня зовут Александр. Да. Хотите снять видео? Да. Так, подождите. Не будем ничего смотреть, блин. Это позорище, понимаете? Вот так вот брать, блядь, и вот так вот рвать рыбу, блядь. Посмотрите. Подождите, ну вот она, вот смотрите, он же резанный, блядь. Он не резан. А там стоит рыба, и мы ее даже не брали. Вот он резанный. Это пойманный, да. Но вот это... Все на джиг, если вы вот посмотрите. Все стоят и ловят на джиг. Сом резанный. Мы его не резали. Обалдеть. Офигеть, а? Днестр, я тебя люблю. Дедушка Днестр. Правильно, дедушка Днестр. Вы, наверное, видели мои видео. Да. Ну так давайте тогда отпускаем, что? 40, 50. Я его не подниму, блин. Помочь, я спрашиваю. А? Давай, Саня. Давай. Можем. О, ребята, это красиво. Вы поняли, да? Смотрите, какого красавца. Он выпускает, правда? Да. Днестр должен знать своих героев. Смотри, чтобы не упасть в воду. Блин, я бы в руках так замазаться. Кошмар, блин. Сейчас с собой утянуть. Снимай, Калёня. Не, я... Отойдет? Ушел? Сразу, да? Я, правда, засрался весь. И зубы.
Ну, ради такого дела. Это стоило того. Видел это, блин, мы не смогли снять видео, по телефону не взяли. Причем порвал подсак. Я все руки вижу. Я его забыл. Что? Все, все, все. Три. Три, три. Три? По-честному? Возьму, сейчас поймаю. По-честному? По-честному. Так, и вы уже выезжаете домой. Да? Мы не можем. Вот оно. Дырка, видите? Вот, друзья. Это дырка. Там же корешь рваная, выдерла, выглядит. Ну, видно, что дырка одна. То есть, не тройник, ничего. Дырковая, наверное, нет. Там дырковая, мы достали ее. Там бутылок даже не было. Нет, дырковая, не меченая. Подпись. Там кто там, вот эти, да, там охвойка, там рыбака там. Подождите, еще здесь вот. Обертовать. О, смотри. Так, не растягивай. Снимай видео, давай. Ну ты потом будешь говорочевой дрочами поймала и все. Блин. Эту рыбу мы вам не уже на вам, блядь. Его видео бы отдаем. Это, наверное, сюда. Чтобы не отцов, наверное. Тот самый? Ну Серега сегодня, у него сегодня какой-то фарт, вот реально. Ну, мой все день, ловим. Мой день. Все хорошо ловим тут. Ну, блин, я тут реально сегодня показал. Капец. Смотри, как он у него гнется. Удилище, ёшкин кот. Это ж надо. Это не то. Тот я руку вырывал. Так. Смотри, я иду. Устал? Ой, блин. Если там от водной, я по полтора. От водной поводок. Блин. О. Да. Снимайте, снимайте. Чтобы там не говорили. Смотри. Смотри. Никому наше место, пожалуйста, не сдавайте. Понял? Ну, сейчас посмотрим, куда, за что он пойман. Ну вот, за что. Смотри, конечно, посмотрим. Вон силикон. Вон силикон. Как он закрутил? Вот он закрутил. Я тут раздеюсь. Колю. Сейчас. Ну, Валера, посмотри, на что он пойман. Именно на... А попусти, что он значит? Ломаешь палку, хорошо, выстрел, все. Валера, что мы это самое? Дальше. Ну, вообще его может даже... Он его повернул, это смотрите, не в рот, а даже вот. Вот где удар жаба. Он ударил, и я его зацепил вон за бок. Снимай. Так подождите, где именно нитка? Через это самое? Нитка он сейчас крутился, она вокруг его сына. Нет, я хочу целиком поджал. Он за, вы его за бок поймали, нет. Или он его проглотил? Не за бок. Не за бок. За жабу. За жабу. А все ты крючок? И тут пускай будет. Ну вы пускайте его. Пока он живой, пока еще не, на вас еще не составили второй протокол. За перелом. Не-не-не, выпускаем, ребят. У вас законные ваши рыбы вы уже поймали. Показать вы должны были. Все. Вы показали, что вы поймали его на законную снасть. Да, да, да. Все. Давай, самолично. Бери и выкидывай. Ну да. Нет, рыба это автолоп. Все, нет, без дачи пишите. Автолоп. Глава волчина мне. Давай. Привет,
Это мне связал товарищ Старопольный. Давайте мы лучше на законное оружие. Вот такой крючок, друзья. Вот такая вот рыбка. Это ж надо таких самов ловить, а? Не, рыбки разные. Бывает зеленая, бывает красная. Понятно. Вы согласны, что вы переловили? Да. Правильно? Ну. Конечно. Да. Дальше. Претензии? Претензий не имею. Рыба. Да. Это опись взятых рыб, да? Да. Угу. Хотите обрезать? Зачем? Да не надо уже обрезать. Мы уже держим. Там, Валера, достань. О-о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 . Вот, друзья, смотрите на этого драча, бля. Посмотрите. Как вас зовут? Я извиняюсь, мы не представились. Рыбоохранный патруль. Одесский. Макарец Олег Михайлович. А как так, а? Что, неужели не хватает на жизнь, а? Вот что надо рвать рыбу этим драчами. Ну, а что вы делаете? Ну что, мы опять возле ту дрова, друзья. Посмотрим, что-нибудь изменилось или нет. Возьмем к середине, наверное? Да-да, к серединке. Можно посмотреть по это самое, по бутылке, что бутылка молдавская. Поэтому наверняка сеть молдавская. Ну что ж, вторая сеть. Прямо, смотрите, друзья, напротив Майами. Что, не надо документы уже пока? Да мы знаем, что вы промысловик. Мы в курсе дела.